В защите прав детей-инвалидов прокуратура ссылается на постановление правительства Российской Федерации. В нем четко определены все категории граждан, имеющие право на бесплатные лекарства. Это касается не только тех лекарств, препаратов, которые необходимы ребенку в силу его заболевания, по которым была установлена инвалидность, а лекарственные препараты именно по всем направлениям. То есть и простудные заболевания, и нового вида. То есть все они должны и положены ребенку предоставляться бесплатно. Один из главных документов – рецепт. Но если врач его не выдал, родитель вправе обращаться к руководству ФМБА. Но даже если заветный рецепт уже на руках, лекарства в аптеке могут не выдать. Как правило, они не входят в формулярный перечень бесплатных лекарств и препаратов, которые отпускаются через аптеки. Но вот такая, скажем так, пробел в нашем законодательстве существует. Но вместе с тем прокуратура города уже начиная с 2010 года, имеет положительный опыт по взысканию именно стоимости лекарств в судебном порядке. Правоохранители рекомендуют обращаться в прокуратуру, чтобы возместить материальные потери, затраченные на лечение. Татьяна Баловнева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.